Всем привет! Сегодня будет в кадре буду не я, а будет моя пряжа. Я вам покажу вообще все, что у меня есть. Вот. И это первый ящичек. Вот у меня в комоде, в детском. То есть это вещи ребенка лежат в этом комоде. И нижний ящичек я себе забрала под нитки. Здесь лежит у меня моточная пряжа. Все, что более-менее такое целое. Целое, либо вот остатки. Дело в том, что я много, ну сколько много лет назад? Лет, наверное, 7 или 8 назад активно вязала, и у меня был этот хомякоз. То есть у меня было очень много турецкой пряжи, всякой-всякой разной. Вот, и я потом долго не вязала, она у меня пряжа лежала, и вот сейчас, когда я снова начала вязать активно, это где-то года два, я стараюсь эту пряжу вывязывать, чтобы она у меня не лежала, не пылилась. Я пытаюсь ее связывать, но вот как получается, потихоньку, конечно, эти запасы все уходят. Вот, покажу, что у меня. Начнем вот отсюда. Здесь у меня перхорка мериносовая. Она тоже давно-давно у меня лежит. Я из нее сейчас вяжу, пытаюсь связать джемпер племяннику. Вот. На 100 грамм 200 метров. 50 меринос, 50 акрил. Но она такая. В ней, конечно, чувствуется, что прям акрил чувствуется. И она такая, не сказала бы, что мягкая. Но, в принципе, такая. Неплохой вариант, бюджетный. Вот это вот у меня ангора. Реал 40, наверное, ангора. Я вязала из нее, чем-то она измазана, я вязала из нее маме набор, шапку такой и бактус с крючком. Это тоже у меня из старых-старых запасов лежит. Она колючая мне, поэтому, может быть, куда-то на варежки потом или на носки вставлю. Это вот Unity Light, это твит. Это я вязала шапочку, вот последнюю, племянницы мужа. И вот мне не хватило немножко, пришлось покупать второй моток. Не знаю, что с ним делать теперь. Ну вот пока лежит. Значит, вот это у меня Ализе Лана Голд. Вот моток. И где-то еще, вот он еще лежит смотан. Это я покупала себе, вязала себе свитер с листьями синий. Вы, наверное, видели в первом моем видео. И я хотела еще связать ребенку. Вот этот моточек у меня остался от свитера. И я хотела связать еще сыну на набор шапку и снуд. Но как-то все не срослось. Поэтому вот лежит вот этот вот. Видите, уже такой растрепанный. Вот это у меня лежит тоже Ализе. Ализе Макси какой-то, Лана Голд Макси или что-то такое. Тут толстая пряжа на 100 метров, да, 100 грамм на 100 метров. Я вязала из нее шляпу по мастер-классу. Вот. Но, в общем, вот видите, у меня она распущена, постирана. Но шляпа у меня не вышла, потому что пряжа вообще не держит. То есть я ее когда накрахмалила, так сказать, она у меня вся как размазня развалилась. И вот сейчас лежит. На самом деле вот нитка-то такая толстющая. Не знаю, что из нее вязать. Тут 8, 7, здесь 20% шерсти, 80% акрил. Но я думаю, что какую-то, наверное, может быть, я игрушку свяжу. Сын у меня просит волка. Она, в принципе, достаточно мягкая. Может быть, свяжу ему волка. Так, вот эта вот пряжа очень интересная. Джерси каптопу. Она такая идет секционка. Вот. Очень красивые переходы. Здесь тоже небольшое содержание шерсти. Да, 80 акрил и 20 шерсть. А на 200 грамм 360 метров. То есть моточки по 200 грамм. Я покупала себе на бактус. Я себе вязала бактус, но у меня
этот бактус. Я его, в общем, подарила маме, потому что приехала мама в гости, и маме очень он понравился. Я подарила маме. Но вот этот лежит у меня моточек, и я все не могу найти нигде. Второй такой же, чтобы купить еще. То есть у меня где-то тут чуть больше, чем пол мотка. То есть мне надо еще один моточек, чтобы связать бактус. По мастер-классу Светланы Коломеец я вязала. Вот, поэтому пока нигде не могу найти, поэтому пока лежит, но очень хочу, потому что у меня под него есть шапка. Вот так вот. Здесь у меня какой-то мешочек с клубочками. Также у меня здесь лежит лаванда, мешочек с лавандой. Вот здесь у меня лежит хлопок. Газал Baby Cotton. Вот это все хлопок лежит. Я из него вяжу игрушки на заказ. Вот поэтому, в принципе, он у меня всегда есть, и он здесь лежит. Также здесь вот остаточек от шапки Софстар Меланж. Пряжа, кстати, вот эта такая красивая, но, блин, она так закатывается ужасно. У меня варежки очень сильно закатались. Это то же самое, что и вот это вот лежит моточек. Это тоже все хлопок-хлопок. Вот это лежит у меня Газал Baby Wool XL желтый. Нитка-то, в принципе, неплохая. Вот она мягкая для детских вещей, но она подзакатывается, но не так, что прям критично, можно катышки убрать. Я вязала штаны ребенку под финский комбез. Штаны-то классные получились, но цвет желтый, он такой грязноватый, поэтому не знаю, что из него вязать. Он у меня здесь до сих пор лежит. Вот, может быть, какие-нибудь носки. Я уже связала себе носки из него. Вот еще три мотка лежит. Не знаю, куда деть. Вот это вот газал. Это XL, это просто газал Baby Wool. Это вот у меня остаточки. Я вязала образец. Кардиган я вязала себе. Серый длинный, на который мастер-класс был. Вот у меня лежат остаточки. Потому что я сейчас вяжу себе джемпер. И я очень переживаю, что мне не хватит. Я вот довязываю рукав. И прям переживаю, хватит мне или нет. Поэтому, если что, вот эти все остаточки пойдут в дело. Вот. Вот это вот Газал Cotton XL. Это я делала на желтых свитерах своим мальчишкам. Вышивала усы. И так вот лежит теперь моточек. Это тоже я и вязала игрушки. Какая-то полушерсть лежит. А здесь вот у меня... Тоже остаточки. Это вот Софстар Меланж маленькая. А это вот пряжа. Мужа я вязала шапку. Вот у меня лежит еще один моточек. Я хочу ребенку шапку, потому что он меня попросил, сказал, что мама, я хочу такую же шапку, как у папы. Поэтому вот у меня еще тут дроп Baby Merino. Вот лежит еще. И вот, вот это вот будет, наверное, шапочка ребенка на весну. Раз он попросил меня, пусть будет. Вот это вот пряжа, кстати, очень интересная. Я вам еще ее покажу. У меня есть еще целая упаковка. Это, как же это называется, забыла. Ну, вот это шнурковая пряжа. Я вам сейчас... А, это Pure Viscose. Каптопу Pure Viscose. Видите, она такой шнурок прям. И она с вискозой. И внутри идет полиамидный шнурок. Эта пряжа напоминает мне кашсилк. Знаменитая кашсилк. Что-то подобное. И вот это тоже она же, темно-синий. Он лежит у меня. Я все хочу вышить на джемпере себе спереди какой-нибудь рисунок. Но вот пока руки не доходят. Это тоже остаточек чего-то там турецкого лежит. Вот. И здесь у меня еще лежит Drops Alpaca Brushed Silk. Не знаю, что с ним делать. Я вязала себе, покупала себе моточки. Хотела себе шапку связать и снуд. Но снуд у меня не пошел. Шапка лежит. Но вы видели, я вам показывала шапку вместе из нее. И вот у меня тут получается раз, два, три. Два с половиной моточка. Я хочу докупить к ней какую-нибудь такую же пряжу другого оттенка и связать джемпер. Ну, чтобы верх был одного цвета. Низ другого. Ну, в принципе, такая приятная ниточка. На лоб, конечно, не колется, но, может быть, на что-то, на тело будет не так колоться. Так, вот это вот был мой ящичек, да, вот тут все в неприглядном виде. Ну, пусть лежит. Удобно, открыл, если что-то надо, посмотрел, все видно. Далее я вам покажу
пряжу бобинную, какая у меня есть. И вот вторая часть моих запасов. И вот это все, что у меня есть. Поэтому я думаю, что у меня, в принципе, совсем немного пряжи. Вот. Но я все равно хочу от нее побыстрее уже избавиться и связать ее. Вот. Начну вот отсюда. Это бобинка меринос с кашемиром. Это вот называется как. Это бобинная стоковая пряжа. Я из нее вязала розовый джемпер. Я заказывала 700 грамм бобинку или 790. На джемпер у меня ушло 350. Ну вот еще джемпер можно связать вполне. А вот эта бобинка, это Kid Mohair. Это тоже стоковая бобинная пряжа, итальянская. Тут, наверное, не разобрать ничего. Но тут, в общем, 50 на 50. Полиамид и Kid Mohair. Это тоже тоненькая ниточка такая. Вот она. И я думаю, что у меня в планах еще было их вместе скомпоновать. У меня даже где-то есть образец уже связанный вместе. Но вот я не знаю, в этом году я из этого что-то свяжу или в следующем. Но вот задумка есть соединить две вот этих вот бобинки. Ну хотя вот тут вот 280 грамм, это очень много. Тут хватит еще, я думала, может быть, кардиганчик. Ну, не знаю, посмотрим. Далее у меня есть вот такие три бобиночки. Это 100% кашемир. И цвет такой, это не горчица, да, а оливковый такой больше. Это тоже бобинная стоковая пряжа. Вот это, кстати, все вместе. И вот эту еще бобинку я покупала летом на распродажах в группе ВКонтакте. Я вам ссылочку оставлю, зайдите, посмотрите, у них часто бывают акции. Вот сейчас у них идет акция при покупке двух бобинок, третья в подарок без отмота. Поэтому очень выгодно и получается очень дешево. И кашемир вот этот я тоже покупала, ну, совсем недорого. И вот это, кстати, у меня будет ближайший проект. Я хочу из него вот такую кофточку с рюшами связать. Вот это сейчас я, наверное, уже буду отвязывать образцы и начинать вязать. Вот это вот моя печаль, наверное. Я тоже заказываю эту пряжу. Это буклет, тут шерсть, полиамид. Вот она пушистая такая. Но у меня на нее, я хотела из нее джемпер себе, но у меня на нее вообще пропало вдохновение. И она стоит. И я подумываю ее продать. Потому что вот у меня тут в одну нить образцы, образец связан в одну, в две нитки. Вот здесь вот толстая такая. Но чего-то я подумала, что цвет не мой какой-то. Вот, поэтому она такая огромная. Здесь я даже не знаю, сколько грамм, но, наверное, около килограмма. Филати. Но большая бобинка, мне кажется, она около килограмма. Поэтому буду, скорее всего, ее продавать. Вот. Дальше, что у меня еще здесь есть? Есть у меня вот такой еще моток. Это я тоже мужу вязала. Давно-давно свитер. Я его перевязывала несколько раз. Он его пару раз одел. В итоге я все распустила. Это Ернард. Полушерсть какая-то тонкая. Не знаю, какая. Поэтому ее вот пока лежит, может быть, тоже на носочке куда-то пущу, но не на хорошее изделие, а вот именно какие-то варежки, может быть, носки, что-то такое. Вот у меня еще здесь есть. Это вот такая бобина. Это хлопок флут. Это флута итальянская, тоже, я не знаю, стоковая или не стоковая пряжа. Из этого я вязала себе свитер такой оверсайз, удлиненный, длинный, с серединкой, с косой. Вот. И вязала себе такое платье-майку. Это шнурок. Вот, видно. Он такой немножко с блеском, с металлическим. И он меланжевый. То есть у него такие меланжевые переходы. Нитка вообще классная. То есть я себе покупала килограмм.
Я связала себе свитер в две нити, потом платье, майку. И еще я подумала, что, может быть, мне хватит еще на майку. Такую, типа, знаете, кольчужную, чтобы одевать ее на белую майку. В общем, вот так вот она выглядит. Если ее вот так, ну, растянуть, то есть... Вот у меня даже начата майка. Это низ. Видите, низ у меня должен быть удлиненный. Но пока лежит. Может быть, летом будет вдохновение. Это вот тоже, кстати, образец. Получается тоже вот... Вот видите, нитка какая. Нитка очень красивая. Вообще классная. Но она не сказать, что мягкая, но к телу, в принципе, комфортно. И у меня вот это вот еще остаточек бобинной пряжи. Здесь вискоза, альпака и полиамид. Это я вязала себе шапочку, брала на пряжу пробу. Тоже, видите, шнурочек. Вязала себе шапку, но я думала, что если я свяжу шапочку, мне понравится, я буду... Возьму себе на большое изделие, так как пряжа такая не очень дешевая. Но нет. Вязать я из нее больше не хочу. Не буду. Не понравилось. И еще у меня лежит две упаковочки пряжи. Вот это вот Alize Diva Stretch. Такой бежевый оттенок. Она нитка тянется. Я хотела себе платье крючком связать. Я вам сейчас вставлю фотографию. Вот этим платьем я вдохновилась, но у меня весь процесс зациклился на том, что мне, ну, нужны были такие, как рога. То есть мне нужны были рог такой, да, эти висюльки металлические. Но я не... Или клыки маленькие. Я хотела, чтобы было по низу изделие, и по горловине были вот эти клыки висели. Но клыков я не нашла. И все, лежит, вдохновение пропало. Тоже думаю, что продать, наверное, нужно. И вот еще пряжа, вот я вам показывала, остаточки у меня есть. У меня из нее связан джемпер такой спортивного типа, каптоп Pure Viscose. Здесь на 100 грамм 150 метров, 73% вискозы, 27% полиэстер. Но полиэстер, я так понимаю, это внутри. У него есть, это полиамидный шнурок. И внутри у него есть, то есть это шнурок из вискозы, сейчас если вытащится, это идет шнурок из вискозы и внутри полиамидный шнурок. Так, вот видите, внутри еще такой белый полиамидный шнурок. Пряжа очень приятная, и она такая прохладная к телу, вообще очень приятная. И вот это я тоже планирую себе сейчас к лету связать джемпер. Из него хочу с какой-нибудь скосами, чтобы плечи, на одно плечо он спадал. И что-нибудь с косами. Может быть, с ранами. Нет, раны так, наверное, нет, но может быть, с косами. Вот такой цвет, он светлый такой, кофейный, красивый цвет. Вот, и мне ее хватит, потому что пряжа, в принципе, экономичная. Ну, в принципе, вот и все, наверное, вот еще одну покажу. Вот такая у меня штука от Газал есть. Газал Марин. Она у меня лежит уже лет, наверное, 6 или 7. Здесь шерсть и 3% эластана. Еще тут, вот видите, можно вот так ее скрутить. И будет шарфик. У меня есть еще такая же. Был такой же молочный. Из него я себе сделала снуд. Но мне не понравилось. Видите, у меня в доме собака большая, лохматая. Поэтому везде. Везде шерсть натуральная. Вот. В общем, я не знаю, что с ним делать. Вообще, куда его, что из него вязать. Я вообще не представляю, потому что вот вы представляете, вот моя ладошка. И вот он. Ну, это нереально. Я вязала его руками вообще. Снуд себе. Очень сложно я там спрятала кончик, он у меня выворачивался постоянно. Я не знаю, может быть, это вот большие пледы из него вяжут. Но тогда это сколько будет кончиков?
Поэтому вот тоже лежит давно-давно. Ну, в общем, это все мои запасы пряжи. Мне кажется, что у меня их, в принципе, немного. Да. И вот это ближайший проект. Вот это тоже ближайший проект. Это я хочу продать. Это тоже. А вот из этого я что-то еще свяжу, наверное. Может быть, к следующему сезону. Вот на этом все. Всем спасибо за внимание. Если что-то заинтересовало по данной пряже, спрашивайте. Я, может быть, вам название подпишу, составы, если кому-то интересно. Поэтому всем пока, всем до встречи.